Карасева. Новогодний подарок. Накануне Нового года приехал с фронта боец и привез Вовке в подарок от папы два больших куска сахара. Один кусок мама расколола на мелкие куски, чтобы пить чай, а другой велела Вовке отнести Гале. Она сказала: «Галка твоя прямо в ниточку вытянулась, одни глаза у нее на лице остались, так похудела. Пусть хоть чайку сладкого попьет». Галя сперва обрадовалась, а потом застеснялась. «Не возьму, у самих нечего есть, а сахар раздариваете. Подумаешь, богачи», — сказала она. «Нет, возьмешь», — сердито крикнул на нее Вовка. «У нас еще один есть. Останешь ломаться, я его в печку брошу». «В печку сахар бросать», — возмутилась Галя. Взяла в руки белый, чуть синеватый кусочек рафинаду, полюбовалась им, погладила его и положила на стол. «Ладно, вечером, когда мама вернется, устроим с нею пир», — сказала она Вовке. Тот успокоился и вскоре ушел. А Галя принялась за уборку, ведь завтра наступит Новый год, и надо привести в порядок комнату, чтобы в ней чувствовался праздник. Кончив убирать, взяла карточки и отправилась в булочную за хлебом. На лестнице сидела и отдыхала Таня. «Я в аптеку ходила», — сказала она. «У Вальки жар, насморк. Купила ему сушеной малины, да не знаю, будет ли пить. Он ведь у нас капризный, любит, чтоб сладко, а посластить нечем». Таня отдохнула и стала подниматься выше. А Галя зашла в булочную, взяла хлеб, посмотрела, как на улице падает снег, и пошла домой. По дороге она думала о Вальке. «Да разве он капризный? Он просто голодный и больной». До войны его звали во дворе товарищ Клюквин. Такой он был кругленький и румяный. А теперь лицо у него с кулачок, а шейка такая худенькая, что посмотришь и хочется плакать. А тут еще и простуда на него навалилась. Непременно надо напоить его малиновым чаем. Дома Галя нашла сахарные щипцы и отколола от своего куска четвертушку. «Нам с мамой хватит и даже еще останется», — подумала она и пошла к Вальке. Там уже топилась печка и грелся чайник. Вместе с Таней они заварили целый пакетик сушеной малины, положили сахар, и Валька с удовольствием выпил полную кружку. Потом они потеплее его укрыли, и он уснул. Дома Галя застала Сережку Лаврикова. На столе стояла маленькая пушистая зеленая елочка. «Это мне один боец подарил», — объяснил Сережка. Он ехал на машине, остановился и говорит: «Эй, дружок, получай елку и желаю тебе счастья на Новый год». Я елку взял, тоже поздравил его и пожелал, чтобы скорее разбил фашистов. «Будешь ее убирать?» — спросила Галя. «Ага, для Катюшки и Славика, они же совсем маленькие. У тебя елочные игрушки есть?» «Найдутся», — ответила Галя. Они сняли со шкафа большую коробку, открыли ее и залюбовались. В белой вате лежали желтые, красные, голубые стеклянные шары, а под ними хлопушки, золотой и серебряный дождик. Нашлось даже несколько бенгальских огней и в подсвечниках разноцветные свечи. «Красота!» — ликовал Сережка. «Мы им такую елку устроим, что они запляшут. Кира Леночку принесет. Жаль только, что ни пряников, ни яблок, ни конфет, ничего сладкого нету». «Вон чего захотел», — усмехнулась Галя. И вдруг обрадовалась. «Будут конфеты, будут, я сейчас сделаю». Она снова взяла Вовкин сахар и отщипнула от него три кусочка, стараясь, чтобы они были одинаковые. Завернула каждый в серебряную бумагу, сделала бахрому и перевязала разноцветными нитками. «Замечательные конфеты, прям как настоящие!» — восхищался Сережка. Он забрал елку и пошел ее убирать.
а Галя достала из потайного уголка свою работу. Это был подарок маме к Новому году. На кусочки парусины она вышила кота. Пушистого, огненно-рыжего, прям золотого. С длинными усами и с такими зелеными глазами, как лампочки у светофора. Галя прикрепила его кнопками к стене, и в комнате сразу стало нарядно. До маминого прихода было совсем недолго. Галя затопила печку, вскипятила чайник и сварила кашицу из дурандовой муки. Мама пришла с работы такая замерзшая и усталая, что даже не смогла сама раздеться. Галя развязала на ней платок, сняла с нее шубу, стащила валенки и обула ей ноги в теплые комнатные туфли. Мама отдохнула, увидела на стене Галиного кота и сказала: «Какой красавец, прям как живой! Я буду его звать Василий Иванович». Потом она лукаво усмехнулась и попросила Галю, чтобы та поискала в шкафу на верхней полке ее косынку. Галя открыла шкаф и сразу воскликнула: «Ой, да тут что-то интересное!» И достала коробку с акварельными красками и толстую книжку в красивом переплете. На обложке было написано «Приключения Тома Сойера». «Мамочка», — сказала Галя, — «как ты всегда догадываешься, чего мне больше всего хочется?» «Теперь и у нас настоящий праздник», — сказала мама. «Чайку бы еще сладкого попить по случаю Нового года». «Ну ничего, кончится блокада и война». «Будет чай!» — крикнула Галя. «Погляди, что нам Дед Мороз принес!» — и показала маме маленький кусочек сахара, оставшийся от Вовкиного подарка. «Ну что ж, Дед Мороз так Дед Мороз! В новогоднюю ночь случаются и не такие чудеса!» Они сели ужинать. И тут к ним пришел Иван Кириллович. «С праздником вас!» — сказал он. «С наступающим Новым годом!» «И мы вас также поздравляем. Садитесь с нами ужинать», — пригласила его мама. Иван Кириллович сел, но от ужина отказался. «Я ведь к вам с просьбой», — сказал он. «Нет ли у вас лекарства от кашля? А то наша Любочка так кашляет, что даже не может уснуть». Лекарство нашлось, и очень хорошее. Мама достала из шкафчика маленький пузырек и объяснила Ивану Кирилловичу, что надо капнуть две капли на кусочек сахара и дать Любочке. Через 5 минут кашель успокоится. «А в воду можно?» – спросил Иван Кириллович. «Сахара-то у нас сейчас нету». Галя посмотрела на маму. «У нас есть сахар», – сказала мама. «Берите, пожалуйста, не стесняйтесь. Кусочек порядочный, хватит Любочке на 2 раза». Иван Кириллович взял сахар и пузырек с каплями, поблагодарил и ушел. А мама с Галей продолжали ужинать. Ничего, что чай был не сладкий, все равно это был очень хороший вечер, настоящий новогодний вечер. Электричество горело, ни разу не потухая, и все время говорило радио. Солдаты и офицеры с фронта, рабочие и колхозники с большой земли поздравляли маму и Галю и всех ленинградцев с Новым годом, желали им здоровья и счастья и обещали сделать все возможное, чтобы разорвать кольцо блокады. До 12 часов играла по радио веселая музыка и пели песни. В 12 часов, когда наступил Новый год, мама с Галей легли спать. Всласть наглядевшись на красивую елочку, спали Славик, Катюша и Леночка. Любочке помогло лекарство, она перестала кашлять и тоже уснула. И бывший товарищ Клюквин, худенький милый Валька, тоже крепко спал, подсунув под щеку кулачок. От чая с малиной жару Вальки прошел, и ему снились хорошие сны.